Лер, ты мне дашь телефон? Или Дарина? Я уже в эфире. Да, через себя. Hello, hello. Ну, прекращайте, красотка. Я ударилась щекой. Восемнадцать плюс. Привет. Сейчас мы подождем и будем разыгрывать анимилет в Москву на фан-встречу, которую нужно переиграть. Окей. А, да, 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 давай. Привет, привет, hello, good morning. 3 часа, вай, прикинь, мы вот впервые, ну, так, чуть-чуть, вот, вот так вот. Мы вот выспались впервые за эти дни, хотя легли, это машинка стирается, это не жужжит. Жужжит. Условий нет, то есть они есть, нам нужно быть с Москвы, во-первых, чтобы туда прийти, чтобы мы просто холсту его не разыгрывали. Сейчас. Нету запроса. Чуть подальше отойди с телефоном. Чего? Отстаёт очень. Hello. Сейчас тебе телефон дам. Об эту дверь. Об дверь ударилась. Она пиздит, она об перила ударилась. У меня проблемы с лестницей. Я же вам рассказывала, что у меня проблемы с лестницами. Я не вижу первую, последнюю лестницу. Вот я первую не увидела. Залетела в этот период. На, мне тебе комментарии. Тут уже 72 комментария. Ага, там листай рандомно. Сейчас Амина выберет победительницу одного билета. Good morning. Такс. Эхо дает. Сюда очень слератышка. Покажи сердце. Не могу, пока мне занята. Такс. Все успели написать ком. Я надеюсь, что все, кто написал комментарии, все с Москвы, потому что это очень важно. То, что вчера то, что мы разыгрывали с Аминой, одна девочка оказалась вообще другого города. Я написала, что билет не пропадал, мы его переиграем, так как у нас есть люди с Москвы, которые хотят получить билеты. Лер, закроешь, может, дверь? А что у тебя? У меня нет эхи. Эхо. Эко-пластик. Вы лучшие, и Кира. Спасибо большое. Всем привет, привет, ребят. Так, let's go, да? Да, да, давай. Сейчас. Такс. Я думаю, все те комментаторы... Угу. Так, вот давайте 5 секунд листаю, я стану. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Такс. Вот, пожалуйста. Мы не сможем ей написать, это не считается, Амин, закрытый профиль. Ну ладно. Почему не сможем? Потому что у нее закрытый профиль, мы даже не можем проверить, подписана ли она или он на Москву, в принципе. Ладно, девчат. Let's go. Второй. Как-то вы несерьезно относитесь к этому. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5. Опять.
блядь, на нее попала. Амина, ты что еще ниже не опускаешь? Там 72 комментария, еще ниже я есть комментарии. Опускаю. Все? Да, это же 72. Давайте дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Хочу беморытный живот. Давай другой. Раз, два, три, четыре, пять. Опять что за суета, сердечки всякие непонятные. Сейчас я на ура, короче, останавливаю. Хочу бесплатный билет. Вот, Соня, подписана. Очень маленькая девочка. Пиши. Сейчас я ей напишу. Сейчас я ей напишу. Привет. Привет. Что не надоело, женщина? Что не надоело? И что мы в одном доме живем? Нам так надо. У меня нет этих комментариев. Тут нам пишут, сосите. Окей. Мы этим каждый день занимаемся. Да. Все, я написала, девчонки. Так, а ну где? Где вот эти вот красотки здесь? Давай. Ну, такие вонючки, которые бы подписаны, да, и что-то пишут еще. Вы отпишитесь хотя бы, потом пишите. Я тебе буду хамить, если захочу, поняла, да? Тебе я буду хамить. Шерстюга. Черножопые. Такие черножопые, мы тебя обидели, походу, в свое время. Собака сутулая. Ее, походу, в жопу обидели, раз она черножопых затрагивает. Да, ну, как бы не задевали. Сидят в эфире, смотрят эфир, где я сижу, вещаю здесь. Она что-то разговаривает. Взрослые женщины, отвечаю. Реально, взрослые женщины же еще, ладно, маленькие люди писали. Так, давай здесь это, я сохраняю трансляцию розыгрыша, а то они будут смотреть и увидят вот это. С ней поругаться мы можем в личке. Так, ладно. Что? А вот, кстати, девчонка ответила, что реально пишет. Спасибо. Да с Москвы, Амин. Да с Москвы. Ну, то, что она сразу ответила, это хорошо, что, кстати, сразу. Да, да, да. С ней свяжутся наши организаторы и предоставят ей бесплатный билет, как вчерашней девочке. Да. Все в целом, да, только одна проблема, она пишет. Какая? Просто если есть какая-то проблема, чтобы мы сейчас сразу переиграли, а то постоянно вот эфир создавать, да, чтобы попробовали решить эту проблему. Да. Что за проблема, она не написала? Какая? Она ждет, пока я спрошу, какая, наверное. Этого и ждала. Привет! Всем привет! Привет! Амина просто, она ждет, когда я спрошу. А что я сразу не спросила? Я? Она ждет. Ну, я думала, она напишет, какая женская проблема. Откуда? Это женская логика. Понимаю. Если она не с Москвы, значит, она... Она с Москвы. Ну, а то есть нет. Да, она с Москвы, но у нее какая-то одна проблема. Амин, я про вчерашний. Если она с Москвы, значит, она с другого города. Если вы не с Москвы, значит, вы с другого города. Мы это просто факт. Только проснулись, и немного будет тупости, глупости. Мы уже разыграли 4 бесплатных билета. Мы делали для вас недельную скидку 20%. Сегодня, кстати, последний день скидки. Сегодня 12 число. Успейте сегодня все приобрести билеты по скидке 20%. Действуют на VIP-билеты и на обычные билеты.
На нашей фан-встрече будет 3 приглашенных гостя. Ой, она написала. Я поломала 2 ноги и не смогу приехать. Можно спросить в чате Телеграма, и я подарю билет. Может, так сделаем? Ну вот, девчонка выиграла, она не сможет прийти, вот она кому-то дарит этот билет. Да, но нам нужно узнать, кому, да? Нам нужно узнать кому, чтобы организаторы могли связаться и предоставить билет. Они же у нас именные билеты. Ну, типа, ладно, мы сейчас, короче, с этой девчонкой сами разберемся и дадим вам знать, что к чему, куда ушел билет. Вспомнила. Всем пока. Что сегодня последний день приобретения билетов по скидке. Со скидкой, да, кстати. Можно стартовать уже. В общем, ладно, погнали мы, да? Сейчас мы в Телеграме разберемся, девчонка, что сделаем с билетом. Сохраняй эфир. Окей. Okay.